Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше стройку КамАЗа. Сразу хочу извиниться, что давно не было видео никаких по постройкам. Сильно болел, и болезнь мешала снимать видео. Как видите, работать я продолжал, но что-то произошло за кадром. Собрал КамАЗ, сделал декали. Вот так вот он получился. Вот. Сейчас буду делать масляные точки. Сделал уже смывку на модели. Вот. Сильно пачкать не хочу модель. Хочется что-то такое сделать, что машина стоит в боксе, в автопарке, вымытая, чистая. Поэтому будут сделаны не сильные масляные точки. Особого запыления не будет. Машина будет чистая, красивая. Но при этом, при всем, обязательно, конечно, должна быть смывка. И сделаны масляные точки. Точки буду делать масляными красками Sonet. Ну и выберу более такие светлые тона. Наверное, светлый, белый и наверное, желтый. Ну, начнем. Буду использовать желтый средний и белило цинковые. Наносить буду небольшое количество краски. Поэтому немного выдавим и тоненькой кисточкой опять же не сильно густо Теперь тоненькой кисточкой, тонкой, но широкой, смачиваем кистью White Spirit лишнее, салфетку вытираем, начинаем растушевывать. We'll be right back.
Закончил с масляными точками. Теперь дадим модели подсохнуть и задуем все матовым лаком. Так, на данный момент сейчас получается. После того, как задую матовым лаком, сделаю фары. Фары буду. Многие подписчики спрашивают, чем я делаю. Я делаю прозрачными лаками от фирмы Tamiya. Когда все подсохнет, буду красить. Но прежде чем фары лакировать, я подложку под фары, куда буду остекление клеить, всегда покрываю серебряной краской или хромом. Тогда более натурально, на мой взгляд, фары будут смотреться. Ну, спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии к моим работам. Кто не подписался, подписывайтесь. Ждите выхода следующих видео. Спасибо вам, друзья, за просмотры. Всех благ вам и вашим близким.